Ого! Ого, да тут торнадо надвигается. Посмотри, там смерч. Там огромный смерч. Я должен это увидеть. Но в то же время я не имею права погибнуть. Ого, вот откуда этот огромный свист. И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем играть в игру под названием Beasts of Bermuda. У нас сегодня будет большая миграция к огромному стаду травоядных. Я нахожусь от них очень далеко, но моя зайханя очень выносливая. Конечно, время от времени мне очень надоедает вот это ее жужжание, вот этот ее нюх, даже когда она просто лежит, отдыхает. Как будто, знаешь, какая-то старая бабка, блин, на лавочке сидит, кряхтает постоянно. Боже, это не так, да это не так. Ну, ладно. В общем, помните, кстати, зайханию из одного моего видео по Абиссу Бермуде? Да, вот это та самая зайхания. И мы начинаем свое путешествие к огромному стаду. Ребят находятся очень далеко. Попробуем до них, по крайней мере, добраться. Интересно, какие испытания, какие опасности ждут нас? Я даже не знаю. Кстати, играем мы на сервере, на все том же сервере Trouble Home. Кстати, сегодня здесь очень-очень большой онлайн, да и вообще здесь всегда большой онлайн. Так что, ребятки, все ссылочки на их Discord будут в описании. Ну, а мы, короче говоря, пойдем. Я тут встретил, кстати, пока до записи видео, встретил пару мегалозавров. И каким-то чудом я уцелел. Они меня даже не заметили. Шел еще, кстати, проклятый дождь, от которого я стал терять комфорт, и я отсиделся в камнях. Скушал по дорожке еще прекрасный вкусный цветочек. Так что у меня хорошее насыщение. Самочувствие тоже поправилось. Все неплохо, но мне надо найти по пути к огромному стаду воду. Да уж, это путешествие, видимо, окажется очень долгим. Я не думал, что придется пройти столько километров. Моя зайхание устала, я решил поспать. Какие прекрасные звуки ночной жизни Бермуда. Плещется море. Слышно, как поют птички, красивое звездное небо. Все так прекрасно. Так, но опасность, по-моему, где-то уже даже под боком. По-моему, ихтики там у нас плещутся в воде. Шука, наверное, я все-таки отправлюсь. Ну его нафиг, не будем рисковать. Ночные прогулки приводят к огромному голоду. Давайте покушаем чуть-чуть. Перекусим. Бедный папоротник. Ай, вкусняшка-то какая. Да, проблемы с водой начинаются еще хуже и хуже. Но это все из-за того, что, блин, у меня что-то творится с пингом. Возможно, из-за того, что потому что сервер аж переполнен, боже. Представляешь, весь сервер Trouble Home сейчас забит игроками. Блин, это классно. Я бы, конечно, быстрее подошел до ребят, но сам понимаешь, что пинг у меня хулиганит, поэтому я делаю два шага вперед, а на шаг назад меня откидывает. Ой, стойка, стой, 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 стой. Я слышу, по-моему, шум водопада. Но это хорошо, значит, я сейчас досыта напьюсь. Только бы теперь найти мне. Справа, слева, слева, справа. Вот здесь, наверное, скорее всего. Ладно, давайте сейчас придем к водоему и включимся. В общем, так. Я спустился вот здесь вот вниз по такой расщелине, да? Я думал, что здесь вода. Думал, какой-то маленький водопадик и маленькое озеро. Но я теперь не могу вылезти отсюда. Я помню это место. Вообще, я здесь помню, где-то провалился даже в текстуру. Не знаю, достанет ли меня сейчас админушка. Я ей написал, ждем. Ну зачем я сюда полез, вот ты мне скажи. Ой, спасибо огромное админам Trouble Home. Все. Больше ни ногой вот в это ущелье. Лучше пойду-ка я отсюда подальше.
Если слышишь какой-то шум реки, воды, то, несомненно, бывает так, что слух тебя подведет, и там может ничего не оказаться, а может оказаться вот такой, блин, трабл, как случился со мной. В общем, пойду-ка я отсюда подальше. Так, я, кажется, кого-то уже встретил. По-моему, тут. Подожди, файт. Вроде бы как был файт, я видел. Кто-то из трабов, кто тут из своих? Подождите меня. Мне надоело быть одиноким. Ой, нифига себе, тут огромный парик ходит. Здрасте. Здрасте. А где был хищник, с которым они дрались? Че-то. Че, все, он убежал? Трусливая букашка. Ой, тут еще и пахич. Так, ребят, меня подождите. Я надеюсь, вы тоже в поисках воды, как и я, нет? О, пресвятые боги, я добрался до воды. Ой-ой-ой-ой-ёшкин ты, матрёшкин. Ой, только не говори, что ты не можешь пить. Ух, как это прекрасно. Вода, боже. Ой, две прекрасные опаты. Слушай, здесь очень много у нас травиков. Давайте сейчас к ним подойдем. Только мне надо напиться сначала. Давай, 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 родная. Ох, как же много я потерял здоровья, пока искал источник воды. Но почему нельзя было как-то сделать больше источников воды по всей карте? Ладно, хотя бы мы теперь в прекрасном месте, где есть вкуснейший папоротник и есть озера. Так, мне бы лучше, наверное, конечно, где-нибудь отлежаться. Сейчас, подожди, мы тогда рассмотрим красивых опат. Там еще птеры начинают кружить что-то. Меня тут, кстати, одна по пути исследования к травам, одна птера так и норовилась атаковать. Она весь путь за мной следовала. Пыталась клевать, когда я делал привал. Так, надеюсь, никаких музиков или еще кого-то подобного здесь нету. Чтобы утащил меня под воду. Да, с твоим громадным весом только и плавать, зайханя. А знаете, что здесь происходит? А я скажу, здесь опаточка гнездится. Да, здесь опаточка построила гнездышко, посмотри. Две маленьких опаты отдыхают, спят. Ой, стой. А, это пахи. Боже, он меня уже напугал. Я думал, это очередной хищ, который будет пытаться напрыгнуть на меня, либо атаковать опату. Ну, опату нет смысла атаковать. Опата даст такого пинка, что мало, извини, не покажется. Так. В общем, наверное, пойдемте чуть подальше отойдем отсюда. Что у меня по комфорту? Комфорт. Комфорт 65. Комфорт растет. Это хорошо. Очень хорошо. Вот нужно восстановить здоровье. Давайте где-нибудь, может быть, приляжем вон на том берегу. Маленький каркас. Может быть опасным. По-моему, он полностью съеден. Там даже не осталось ни кусочка мяса. Да, вот отсюда, кстати, будет хорошо наблюдать и за опатами. Подожди, наивкуснейший папоротник. А теперь можно и прилечь отдохнуть. Да. Вот так рядом с водой. Ты, ёшкин-матрёшкин, слушай, тут такое ветрище поднимается, он мне прям
нравится. Ой, у меня сейчас уши, мне кажется, завернутся в трубочку от такого свиста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Папа, ты вы что творите? Фига себе. Представляешь, ты там идешь такой, на тебя сверху падает дерево. Да, будет неожиданно. Так, пойдемте-ка отсюда. Ой, мои уши. Мои уши. Они сейчас сойдут с ума. Это из-за того, что мы находимся на холме, или сейчас опустится сюда торнадо? Ой, я не могу прям. Ого! Ого, да тут торнадо надвигается. Посмотри, там смерч. Там огромный смерч. Я должен это увидеть. Но в то же время я не имею права погибнуть. Ого, вот откуда этот огромный свист. Фига себе. Тихо, пройдем тихо, дабы не разбудить опад. Дабы не разбудить этих больших красавиц. А где мой торнадо? Где мой смерч? Я что, опоздал к нему, что ли? Да ёшкин ты, матрёшкин. Как же так-то? Ну ладно, хоть мои уши теперь успокоятся немножко, а? Здрасте. Здрасте. Чё, можно с вами потусить, да? Спасибо большое. Спасибо. Я давно, ребят, мечтал вас найти, и вы не поверите, каким трудом мне это удалось сделать. О, какая красивая Зайхания, ты посмотри. Ой, какая красавица, а? А зачем вы охраняете здесь каркасы, объясните мне? Для чего вам это, ребят? А, можно я тут с вами полежу, пока чуть-чуть отдохну, ладно? Можно под тобой, парик, я лягу? Под тобой пока будет... намного безопаснее. А что там, что там, что там происходит? Фига вы ломанули так быстро к другому стаду. Я даже за вами не успеваю, ё-моё. Прощайте, опаты. С вами было здесь весело. Я побежал к другому стаду. Ой, слушай-ка, ну наконец-то рассвет, а. Я уже так соскучился по солнечному свету. Хоть немножко Зайхания погреет спинку. Погреет свои шипы на спине. Так, ребята, а чего вы как далеко там забрались-то? Я, конечно, все понимаю, да? Главное, безопасность, но... не настолько же высоко и далеко. Я уже даже, честно говоря, устал идти. Надеюсь, у вас там есть источник воды. Так, а давай посмотрим, что у меня по росту. 0,753 рост. Отлично. Так, комфортик. Комфортик у меня упал. Ну ладно. Здрасте. Это тот самый розовый пахи, которого я встретил первый раз. Ну там он, да? А, где опатки у нас сидели. Ну ладно. Что, все туда идут, что ли? Все наверх? Ну, пойдем, я тоже, я туда и пошел. В принципе, все ребята тронулись туда, поэтому я тоже иду. Не, ну, зачем, блин, реально, зачем в такую, на такую высь забираться? Так, Зайхани, только, пожалуйста, не переломай лапу. Как ты уже боком идешь, мне не нравится это. Пахи, тебе, конечно, проще. По поводу... поднимание, да, наверное, поднятие на гору, потому что ты маленький, увертливый. Но не сравнивай меня, пожалуйста, с тяжелой, неповоротливой Зайханией. Ой, здрасте, нас еще один пахи встречает, здрасте. Ой, какой красивый. Ты видел, да, его расцветочку? Напомнил расцветку, если вот значок Pepsi Cola взять на баночке... Красно-синий, точно такой же. Ой, здрасте. А что это мы тут такие большие и красивые делаем? А что это у вас тут так много-то, а? Привет, малыш. Ты тоже любишь токсичный окрасик, да? Как и я. Здравствуй.
По-моему, там его мамка или папка отдыхает, да? Малыш ходит здесь, прогуливается. Так, мне надо попить. А паточка, ты не будешь против, если я немножко здесь попью воды, ладно? Люблю купи-купи делать. Люблю купи-купи делать. Ой, помочился в такой жаркий солнечный денек. Так, я, кажется, нашел себе новую семью и нового друга. Привет. Будешь дружить? Короче говоря, я, наверное, пока что осталась с этой семьей. Апат? А вот. Ой-ой-ой-ой-ой, какие крики, боже. Какие дивные крики вы издаете, ребят. Да, тут реально большая семья апаточек. Можно я тут под боком с тобой прилягу, да? Ты не будешь же ругаться, мама апата? Парик тоже хочет с нами полежать? Ну иди, иди, ложись рядом. Да, тоже все-таки апаточка, видимо, гипермама, которая принимает здесь всех. Здорово, да? Согласись? Ну что же, друзья, давайте, наверное, на этом здесь и закончим нашу первую серию прохождения на Зайхане. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и не забывайте заходить, играть на сервер Trouble Home. Также присоединяться в их Discord. Все ссылочки я оставлю в описании. Пока-пока.